Елена Летуча, которая сейчас отдыхает на Галапагосских островах, совершила очень рискованное действие. Телеведущая опубликовала в личном блоге небольшое видео, на котором показывает, как выглядит без макияжа крупным планом. Люди в сети не отличаются тактичностью, поэтому тут же указали звезде на то, что она плохо выглядит. «Баба Лена, выглядишь на все 50, тебе тут 45», – писали поклонники. Елена не обиделась, но одной подписчице все же ответила: «Тогда самое время перейти на «вы», – написала она. На самом деле 40-летняя звезда, конечно, выглядит отлично. Просто постоянное нахождение на солнце и фронтальная камера при жестком свете еще никого моложе не сделали. А за внешностью Елены следит и очень тщательно. Недавно во время интервью Вячеславу Манучарову Летучая призналась, что поддерживать красоту ей помогает современная медицина. «Я ходила уже к хирургам», — сказала она. «Делаю определенные вещи. Подрезки, да?» — уточнил Манучаров. «Колю что-то», — продолжила Елена. «У меня есть определенные вмешательства, но это не прям хирургия-хирургия». «Конечно же, мы подкалываемся, нитками тянемся». «Нет, ну а как?» Телеведущая уточнила, что делает это не только для себя, но и для мужа Юрия Анашенкова. «Я хочу быть красивой для своего мужа, чтобы каждый раз, когда он видит меня дома, у него глаз радовался». «А душа?» – поинтересовался ведущий. «Я думаю, если бы я была толстой лягушкой, душа бы не сработала», – подытожила Летучая,